по перископчик чуть поработаем. Да не, ну нахуй, сейчас, ну, уже скрыл, уже? Да. Ха, не успел такое сказать, что не, не надо. Давай. Да не, какой? Чего вы сели? Да. Нет, где вход? Най-най-най-най. Иди на мне нервы, Денис. Вот это кто-то переехал кого-то. Вань, у нас вот 20 минут еще. Чё, чё? And what was the mixture? Джуз? Нет, это не сейчас, я смотрел на них. All-in, там, типа, ну, самый нацный, да, тоже один из последних столов там, на каком-то турнире. Заезжает тому, короче, туз, понял, три туза. Словака, All-in, маленький All-in получится. На флоте. А на Тёрни и на Ривере дает дабл король, в каре период. Выпьем и пойдем с пацанами. Сыр. Бывает же такое. Наш пацаны, сыр. Угадайте, на что? Правильно. Сыр с дюсолей. Эротическое шоу. 18 years of age or older. Малышей не пускают на такое. Че ты? Катя грустит. $37.84. How much? $37.84. 38. 40. Мы сегодня просили себе? А? Мы просили себе. Он просил сок сепарит. Смотри. Вот комбинация. Самое сильное это Royal Flush. Смотри, стрейт флэш это вторая просили, потом карай, четырех карай, четыре одинаковых. Full house это когда 3 и 2. Флэш это когда все одной масти, стрейт это когда 2, 3, 4, 5, 6. Тройки, пары и просто типа высшая рука. Да. Все, очень просто. Это урок от Ивана в покер. Давай. На, сок, это сок. Водички выпьем. Да, нет. Водичку с соком. Хороший рецепт. Вот водичка, давай. Вот сок. Давай, сок. Давай, братан, за тёлок. Наши любимые. Да. Мы же. Ты крыла. Ну скажи, что-то интересное. Ну что, вы сидите, 54 человека, смотрите и ничего не говорите. Вон, видите? Это просто... Место для слива бабок. Ну-ка, Данька, покажи, сколько мы выиграли сегодня. А, это все в кармане. Где? Ошейник? Ну вот. Так, чисто, да. На расфан? На ужин. Учитывая, как мы обедали, этого не хватит на ужин. Мы решили зайти в заведение сегодня одно. Говорят, хорошие стейки там. В итоге Иван решил заказать покушать на $150. Что вы думаете по этому ужину? Еще пришлась официантка, стоит 50. Видите, какой Иван щедрый, $50 на чай оставляет. Ну, неловкая ситуация, не хотелось отказываться от того, что я просто потом встретился заранее. Еще с Иваном и доработал $50. Возможно, но это еще будет. История умалчивает. Sorry. На продолжение. Excuse me. You can give me more little juice. Juice, yeah? Always. Nice. English by juice. You can give me more little juice. More little juice, please. More little. Больше чуть-чуть джуса. Джуса можно чуть-чуть побольше? Чуть больше. Дело не в том, что я говорю, я понимание. Человек понимает меня.
Потому что у нас есть энергетическая связь. Если подойти между тобой и барменом? С ноги дать ему, он тоже поймет, что это атака. Он просто чувствует, что он общается в данный момент с высокопоставленным человеком из Украины. Из Украины. Во-первых, когда он узнает, что я из Украины, просто отношение, уважение. Понимаешь? Когда он говорит, узнает, что ты русский, он тебе хочет сразу бросить на ширинку и показать член. Но не делает этого, потому что он видит, что ты сидишь с украинцем рядом. Main entrance. To Du Soleil. To Du Soleil is circus, right? Oh, circus Soleil? Yeah. Humanity? Yes, Humanity. All the way down this tile floor here. All the way to the food court area, and then go to the left. Straight down. Окей, погнали. Go to the left. Thanks. Идем, по дороге разъебеним. Даня. Водичку не забудь. Оп, да, все. Пройти можно было, если что сказать. Это джуз, да? Это джуз. А это джуз с водой. Так, ну я вам покажу экскурсию маленькую, как тут вообще все это выглядит. New Central Surprise. Вон гэмблеры сидят уже. Цирк де Солей, Зуманджи. Зуманджи. Да? Куда идти? Ты слушал, куда идти? Вот кого там будет это? Редбульчик. Там редбула написал. Сколько здесь? 60. 6 утра, блядь? Да. Ладно, ребятки, какие-то скучные. Пойдем.